Это я тоже написал. На третьем татаме победу одержала Алина Гусейнова, город Санкт-Петербург. На третьем татаме приглашаются Мукминат Джамукова, Приволжский федеральный округ, Илья Сергеева, Южный федеральный округ. Готовится к выступлению на третьем татаме Анастасия Коробейникова, Приволжский федеральный округ, Алина Лазарева, Сибирский федеральный округ. На первом татаме победу одержал Александр Суртиков, Москва. На первый татаме приглашаются Михаил Мамаев, Сибирский федеральный округ, Изнаур Саев, Северокавказский федеральный округ. На первом татаме готовится к выступлению Илья Юдин, Уральский федеральный округ, Алексей Шмаков, Приволжский федеральный округ. Thank you.
котором такую победу одержал Данила Корченко, Северо-Западный федеральный округ. На второй катами приглашаются Степан Сынкин, Уральский федеральный округ.